Супер Лав Радио. Всем привет, с вами Вадик Рычков, и мы находимся в концертном зале «Дзинтери», в котором проходит второй конкурсный день «Новой волны 2014», где участникам предстоит спеть дуэтом с артистами и звездами российской эстрады, а также с конкурсантами прошлых лет. Пойдемте скорее же и посмотрим на это. По мановению волшебной руки режиссера, продюсера «Новой волны» нас распределили в пары. Вот, я просто должен сказать, что я поддерживаю Стаса Шуринца, потому что я пел с ним только что на сцене. Из фаворитов, пожалуй, ну, естественно, тот человек, с кем я пела и выступала, которого поддерживала, это Надар Ревия. И Стаса Шуринца я знаю тоже очень давно и желаю ему удачи, успехов. Я очень надеюсь, что самое главное, эта волна оставит в памяти людей огромное количество талантливых исполнителей. Мне кажется, что с каждым годом волна становится все круче и круче. И это здорово, значит, у нас очень много талантливых людей, им нужно обязательно помогать. Хочется видеть их уже потом как настоящих исполнителей на большой сцене. Всем-всем-всем желаю удачи, только вперед, уверенности и справляться с волнением. Я за хорошую музыку, за качественный вокал, за профессиональное исполнение и за хороший отдых после хороших выступлений. Супер Лав Радио.